этот виду хан отсюда. Да. Джангл. Сегодня, ребята, суховато опять, второй день вот выехали, только тронулись. Сзади у нас кто есть? Тиранчик, пикапчик. Это кинкап. А, это кинкап. У нас на заводе работает, да? Лоб задний еще. Это называется принцессин век у нас. Каждая улица называется своим названием. Едем без заднего блока, без бляха-муха, без переднего привода. Короче, считай, на одном колесе едем на заднем. Давай, лучше включим или? Чего включим? Хама. Ах, нет, включи блок и все, и хватит. Так, посмотрим, как тут-то. Глубоко, не глубоко. Опа. Ничего так. Я ему один только хаб включил. Да ну. Больше боялись. Пикапчик на номерах. Беженцев перевозим. А, тиранчик на пузо повис. В принципе, только немножко надо-то. Ага, толкнуть хотели. Ударом его. Еще чуть-чуть. Ова. Так, кто там снимет? Снимай гурт. Ребята, тут уклончик неимоверный. Тут у нас, походу, дело, бревна подкидывали, кому просвета не хватало. Сейчас посмотрим, как ребята в кузове будут, как катехи. Снимать, колесо даже отрывается, кажется. Шпер выключай. Шперу выключи. Передний. Задний. Держитесь в кузове. Не рулюй туда. Туда рулюй. Всем привет. Всем привет. Чего вы там, как катехи, не вылетели? Ты даже в оффроуде без АДАЦ ничего не можем, а? Вызвали уже. Это наша техпомощь. У тебя нету шарова? АДАЦ. Конечно, лежит у меня в кармане. А вердерчи, я домой. Может, все-таки это? Гуртом? Не, мы уже гуртом сделали. Вдруг, блядь. А ты папарацци? Я просто киносъемщик. Чтоб вам потом было смотреть, что в телевизоре, вспоминать, как было прикольно. Молотком пиздани сверху. Где молоток? Где? Сверху. О, она вылезла. Стоп, давай. Подожди. Чуть-чуть вырвали рулевую. Давай, пробуй закручивать. Свежая гайка, свежая сила. Ну-ка, прокручивается? Смотри. Нет, ненормально. Пока. Пока крути. Так, подожди. Она еще не уперлась. Не, вот... Пистолет бы на воздухе было прикольней. Мы как-то Уралом у этого у патрола выдернули рулевую. Просто болт воткнули без шарова, без ничего. Она как там в проруби, блядь, болталась и работала. Ну-ка, во. Смотри-ка, даже такие у нас есть инструменты. Я тебя умоляю. Знаешь, сколько им пооткручивали на это? Все прокручивается, да, наверное? Давай пару ударов сделаем. Железо сядет. Его мужика в раптор покрашенный.
Что-то пол машины в Раптор, пол машины кисточкой. Вот, ремонт поставь рабочий сразу. Нет, побольше не надо, он оторвет. Там есть? Да, вот. Так, пока гайку временно насобачили. Вроде пока сам хотя бы двигается. Поехал, короче, на плац. Может, у кого там сварку найдем. Резьбы нету, короче, ни на болту, ни на гайке. Может, прихватит. Ну да, серьезный наклон, выворот. Давай налево вниз. Где чего? Наш патрульчик катается. Кто-то кого-то спасает. Чего-то. Оденем его трос. Говорили, в ванну не лезь. Стой, стой! Давай! Еще один рывок. Отсюда. Сними ему гурт. Завызишь? Не-не, давай мы тебя отцепим, ты сюда переедешь. Мама. Я зомби фе. Давай-то. Давай. Опа, опа, опа. Das sah jetzt sehr professionell aus. Immer das darfst du keinem ADAC-Mädchen sagen. Langsam, ich hab nur Anzug. Ja, ja.
Wir haben es geschafft! Wow! Сука, на эту брать, мы в Верхштадте, мы ебались. Мама, Глазская Верхштадт, дуфу! Вот это, ребята, красотища, сборище. Пять третьих, четыре штуки аж, нафига себе. Не рискнул он сюда залезть. Я патрол. Я думаю, он мечтает его перевернуть. Оба! А тут думайте сами, как вылезете. Думаю, не вылезет. Опа, нет. Нормалёк! Что-то я опять в патруле засомневался. Кто патруль не верит? Ну, в принципе, не в патруле дело, в тебе. Опа! Поехали, Цауберваль. Нихера он там залазит. Давай потихоньку. Упрёшь сейчас, блин. Охренеть. Еще раз, что ли, хочешь? Тормози! Опа! Опять в Ниссане сомневались. Пробуй. Попробуй. Как в стенку упрется. Давай, давай, пойдет. О, блядь. Сейчас там упрешься. Если сильнее сюда возьмешь, можешь перекинуться. Надо, чтобы тебя Дясин потихонечку вытянул наверх. Да-да. Айфен. Уже колеса вот так вот. Давай гурт оденем, и он тебя наверх потянет. Подъезжай туда. Только попробуй до конца заехать. Не-не. Потом, как там, за что цеплять сейчас будешь? Нет, стой. Не-не. Нету? Нам бы это на диванчике лучше внуков воспитывать, а не в грязи ковыряться. Обмыл. Готов. Готов.
Потихоньку, Ядин, потихоньку. О, отлично. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Все получится. Так, кто отцепит? А? Ты прям такой герой, у тебя все заебато, такие эти, ручник. Да? Сейчас, блядь, задавишь самого себя. Да, он собрался. Туда, что ли? А? Туда? Ну, а пока сухо, может и залезть, да. По корням собирается лезть. Ну да, сухо вот, вот и полез. В яму его загони! Сейчас нырнет, нет? Как задний мост красиво ходит, а? Мне прям аж нравится. Все, хватит! Давай еще раз, вот так. А? Вот так, еще раз. Казалось, что колесо спрыгнуло, но нет. Ага. Колеса замыленные. Когда тут вода стояла, наверное, не проехали бы. На Фронтера один раз отсюда вот туда нырнули и так стояли. Они нам дальним светом моргают, все в луже, это фары. Так, тут, ребята, такой жалобок. Я так понимаю, что здесь 100% тут не пройдет. Во-первых, о, что за провод торчит? Он сейчас на бок ляжет. Я думаю, я буду сейчас по стенке колесами шкребсти. Но он сам что захотел, я его уговаривал, не надо. Вот я смогу. Я стал по стенке будет шкребсти. Стенка скребет, но идет, ребята. Оба, ничего себе. Вот это он в пипку, по ходу дела, мордой упал. Стой так. Стой так. Ну-ка, встань туда для сравнения. Стой. Вот так. Подойди к колесу. Просто не под колесо, а так возле. Высота какая.
Все, отходи. Че, будешь пробовать? Че, пальцы сломал? Об руль. Ни хрена себе. Серьезненько. Я вперед. Давай. Полностью на крыше он лежит. Ястин, туда рулюй. Ни хрена себе желобок. Нехило, нехило, ребята. Вот просто, просто представьте. Вот это нахрен залез. Заглох. Я думаю, опять соляра в одну сторону перетекла. Вот это да. Ты, если заведешься, выезжай только назад. Чтобы опять соляру глотнуть. Как там сидишь? Вообще. Попробовать заведи? Ну пробуй, я не знаю. Не, соляра нету. Соляр опять в бок убежала. Все, встрял очкарик. Чуть-чуть. Там, кстати, как раз высоковольтный, смотри, там этот провод торчит. Там тебе бы ёбом токнуло. Так это единственная наша техничка, которая нормально ездит, не сломанная. И наш патрол. Он даже заглох, прикинь, соляра не хватает. Давай, залезай туда. Лучше тут, а? Блядь. А тут не пройдешь? Давай потихоньку вперед. Так, собрали 1000 ремней. Сколько нашли? Шоп. Все, натянул. Давай, тяни. Рывком. Так, туда мы прилицепили ролик. Приехал наш патрол. Данилка, ты уйди, выстрелит, нахуй убьет. Быстрее убегай. Стой. Nein! Давай!